этот памятник высокий, крутой и обрывистый. Благодаря этому берегу, высокому обрывистому, изложенному из красных камней, и получил название наш город, городу Красного Яра, Красноярск. Кладбище стало называться Троицким кладбищем. В левое окно автобуса вы видите боевую машину десанта, арку. В створе арки скульптура воина-интернационалиста афганца. 164 молодых человека не вернулись с афганской войны. И в память об этих людях. Thank you.
это визячий мост, наш пешеходный. Он соединяет остров Татышев, самый большой остров в районе нашего города на Енисей. 600 гектаров этот остров. Он по своей площади, наверное, не уступает Васильевскому острову в Санкт-Петербурге, но там остров застроен жилыми домами, а наш в основном это как парк, сохранилось все на этом острове. И пешеходный мост, он соединяет центральный проспект нашего города с местом отдыха. Сейчас на острове Татышев строится новый парк, новое место, вот это представляется. Находится фонтан, один из красивейших, называется он «Адам и Ева». Студенты его называют «Нечистым» или «Сильной плачем». Я думаю, вы сами догадались, почему «Сильной плачем», потому что за все сейчас оплачивают. Слева от вас здание бывшего купеческого собрания, теперь это сцена современной пьесы Красноярского драмтеатра, и само здание театра драмы, старейшего театра в нашем городе. Рядом кирпичное здание, аптека первая, общество енисейских врачей. Рядом сквер Пушкинский, ротонда, беседка. В ней Пушкин читает стихи Натальи. И по соседству с ними желто-белое здание, бывший торговый дом Годового, сейчас магазин «Детский мир». И в этом здании зажглась первая электрическая лампочка в России, раньше, чем электричество появилось в Москве и в Санкт-Петербурге. И студенческая площадь. Вот небольшая, так, небольшой такой пятачок, где любят собираться студенты. На этом пятачке находится, вот видите, здание из темного кирпича. Это здание было построено в 1852 году. Южный,